Планируется комплексная пластическая операция в объеме верхней классической блефаропластики с липофиллингом, нижней трансконъюнктивиальная блефаропластика, малярный липолиз с липофиллингом на сослезный и на сощечных борозд, липосакция шеи подбородка, также планируется круговая подтяжка лица со смаз, от липосакции этой области, круговая подтяжка лица со смаз с платизмопластикой, видим достаточно хорошие избытки шеи, фактически шеи нету, около 1,5 сантиметра, подвисает подбородок, есть достаточно хорошие избытки на лице, видим носощечная борозда, поворачивайтесь. Угу. Такая же картина с правой стороны, видим подвисающий подбородок, фактически отсутствие шеи, хорошие избытки лица. Угу, поворачиваемся. Галина, как настроение? Отлично. Галина, первые сутки после комплексной пластической операции. Липосакция шеи и подбородка. Завышенный лифтинг. Круговая подтяжка лица со смазплатизмопластикой. Поворачиваемся в другую сторону. Угу. Галина себя еще не видела. Готова? Готова. Держите меня. Только не бойтесь. Нет, я не боюсь. Глаза-то я видела. Слушайте, кстати говоря, вот эти основные отеки, это за счет малярного липолиза, липофиллинга. Угу. Вообще, фактически у вас нет отеков. Поворачивайтесь, посмотрите в бок, потрогайте шею. Да, классно. Вот вы рукодельник, сам Анатольевич. Спасибо. Ну, работа такая. Ну, да. А ушки теперь такие симпатичные, ага. Да? Не вот эти вот уши спаниели.